Спорт, ЗОЖ. Нет, нет. Да шпагаться есть. Сейчас мама тоже будет фоткаться. Мама выше нос. Вертится. Ну какой же тут застой, земля-то вертится. Жизнь свою пересмотри и все поправится. Гриша, зови Никиту. Пускай он зовет Никиту, мы идем наливать в пиво, водку в пиво. Все, зови, Гриш, пошли. Вот жарится с вами шашлычок. Никита, прости меня, пожалуйста. Он не смотрит? Нет, быстрее наливай, блядь. Все, хватит. Не стой, стой, стой. Жюри голосовали за Австралию, зрители голосовали за Россию, выиграли Украину. Нет, победила средняя. Колесо, смотри, Гриша делает колесо. Да шпагаться есть. Я подвезу, Саша. Сука. Послушай, ты пьяный мурло, стань нормально. И веди себя культурно. На востоке дожди. Короче, тут, блядь, палочка, тут, блядь, кружочки. А тут, сука, классно. На востоке дожди, на западе солнце. Ребята, вы помните этот видос? На севере снег. Очень холодно. Тут вообще пиздец. На юге солнце. Что происходит? Номер 30, Ютин Максим. Номер 17, Судик Владислав. Номер 1, Евгений Чернобай. Номер 8, Капена. Эй, пс. По пенальти Слимопит проиграет, блядь. А басту против, блядь. Нет, нет. Блядь, иди сюда, блядь. Головой за два, блядь. Тоже гол снял, видел? Блядь. Мало. Не вариант. Пойми, что I need you, блядь! А все было плечо, все сыграло роль плечо. Блядь, смотрите в эти плечи, нахуй. Жень, дай автограф, Жень! Можно автограф, пожалуйста, женёк? Стробуровоз, блядь. Бля, забыли взять у меня интервью, ребят. Все, готовы, снимаем. Снимаем? Я готов. Поехали. Евгений, расскажи, как вообще игра сегодня? Ой, шикарно, блядь. Просто игра. Спасибо. Я хочу поблагодарить Павла Рогович и Сливочка за эмоции. Спасибо. Включил телек, а тут мой влог, короче, идет, прикиньте. ТНТ. Горностай в телеке, смотри. А, смотри, Лексёчек. Едем кататься на байдарках.
футболист. Давай, покажи, что ты можешь. Нормально едем. Надеюсь, айфон доживет до конца поездки. Как мы, в принципе. Бля, вообще красиво, капец, да? Ну и красавчик. Он там Андрюху шпарит. Спорт, ЗОЖ. Коньячный. Это коньячный спорт. Каноэ коньячный. Ведь если в башне поебень, то жеребень, что не ебень. Ну вот мы, короче, приехали. И приехали. Сказал, что после такого можно себе позволить. Не, вот такая вот еще. Смотрите, гнездо прикольное, да? Ох, какой запашок! О, дохлый бобер, дичь! Миниатюра называется, Игорь в 5 утра идет домой. А че Игорь не у вас? На туманы! Не так, он кричался. Иди меня на туманы. Утро начинается не с кофе. Не трясутся? Ничего не трясется. Молодочка по-мужски. Здоровенько. Здорово, здорово. Короче, сломалась машина у нас в какой-то жопе мира, блядь. Но мы не отчаиваемся. Нормально едем. Игорь приехал, короче, с отдыха, с курорта. Всем привет! Появилось уже 3 видоса. Кому-то нравится, кому-то нет. Но... И некоторые говорят, типа, вот, там было, короче, круче, потому что там все время было смешно, а там было не смешно. Суть влога как бы не в том, чтобы там было постоянно какой-то трэш или что-то творилось. Я же, как уже говорил, что я снимаю этот влог просто для себя и показываю свою жизнь. Где-то будет скучно, где-то будет просто как бы, ну, ничего особенного. Там буду показывать какие-то свои будни или какие-то семейные моменты и тому подобное. И да, я, конечно, понимаю, что более смотрибельные те видосы, которые... Смотрибельные, прикольное слово, да? Которые, как это сказать? Ну да, трэшовые, и как бы они смотрятся намного быстрее и прикольнее. Но мне не такая интересная жизнь, как бы, как мне кажется, и не такая насыщенная, чтобы постоянно творился какой-то трэшак и постоянно... Было что-то прям вот из ряда вон такое смешное. И спасибо, что смотрите, мне действительно приятно. И постараюсь дальше расти, делать что-то новое, чего вы еще не видели. И... Ну, подписывайтесь, ставьте лайки. Влог.